Всем привет, ребята, с вами Братуха и опять официальная группа ВКонтакте. В этот раз официальная группа ВКонтакте выложила 15 минут назад обалденную новость, ребят. Я бы даже сказал бы, что неужели встают на путь истинный, на праведный, да? Или, возможно, это как извинение за то, за то, что они делают, в общем, извинения, да? Но вряд ли. Но конкурс реально просто умопомрачительный. Вспомним, ребята, да, конкурс у нас. Вспомним, ребята, какие прошлые конкурсы были. Успей, например, там 5 человек подать первых 5 комментариев, получит приз, да? Первые 5 комментариев, да? Вот. Потом первые 25 комментариев и так далее. Это вроде бы по мелочи. А сейчас конкурс просто обалденный. Официальная группа ВКонтакте, ну это просто класс. Вот знаете, вот предыдущая новость у них была поставить им оценку. И народ, конечно же, пошел ставить единицу, потому что экономика задушливает, да и все, короче, задолбало. Все не делается ради игроков, все делается ради кармана. Здесь, как говорится, разработчики маленького поспешили. Надо было сначала этот конкурс провести, а потом оценки узнать игроков. А получается, что люди уже оценки свои поставили, а взятка уже потом идет. В общем, давайте ближе к конкурсу. Конкурс реально умопомрачительный, это просто обалдеть. Мега-конкурс, 100 победителей. Я даже мог бы... Можно тишину, пожалуйста, София? Тишину, пожалуйста, тихо, пожалуйста, София. Не кричи, пожалуйста. War Robots, мега-конкурс, 100 победителей. И это даже не просто январский, там, новогодний конкурс. Это конкурс, это конкурс, я не знаю, это конкурс. Это итоги 8 декабря. Ну ладно, давайте, ну это просто в шоке, просто в шоке. Сейчас, ребята, 2 декабря, так что 6 дней. Мега-конкурс, 100 победителей. На этот раз все будет легче легкого. Для участия в розыгрыше вам всего лишь нужно поставить лайк и сделать репост. Написать комментарий со своим игровым ID и платформой. Например, как у Братухи. SSBG85 Android. А также быть подписанным на наше сообщество. Итоги будут подведены в конце недели с помощью рандомайзера. Каждый из 100 победителей получит робота с 6 уровня на свой выбор и 2 оружия 6 уровня также на свой вкус. Итоги подведем 8 декабря. Да пребудет с вами удача! Этот конкурс, мега-конкурс, ребята, реально, 100 победителей, 100 людей может получить лича, если, например, у них нет личей. 100 победителей могут получить 2 короны на лича вместе с личом. В общем, на 100 личей может стать больше. Притом не просто у донатеров личи могут стать, а у тех игроков, которые... Вообще имеют 2-3 ангара, 2-3 робота в ангаре. Понимаете, как им повезет поиметь лича, там, например, в Серебряной лиге. Конкурс реально крутой. Вот здесь снимаю шляпу. Круто. Блин, вот давно бы так, постоянно. Раз в месяц мега-конкурсы на то же серебро. Почему именно... Ну, вот сейчас, например, разработчики сделали на 2 робота... На робота и 2 оружия, 100 человек. Почему бы там 8 января не сделать конкурс на 200 миллионов серебра? 200 миллионов серебра, 100 человек, 200 миллионов серебра. Это хватит прокачать одну пушку до 12 уровня. Нет, это как-то мало вообще. По миллиарду серебра. Миллиард серебра, это можно одного робота качнуть почти. Круто, круто. Это ж... ну или 500 миллионов. Каждому по 500 миллионов серебра. Ребята, да ну, да вы что гоните? Ну, 200 миллионов даже от обычного игрока, это большие деньги. 200 миллионов серебра. Нет, ну реально, блин, вот так, если они будут постоянно делать, это большой респект администрации группы War Robots. Ну, надеюсь, там появились реально, ну, хорошие люди после вот моего там видеоролика. Ребята, уйдите, пожалуйста. Тише! Ну, я очень, София, прошу, мне же ремень достать, я не понимаю. Я очень тебя прошу. Сонечка, ты понимаешь, я тебя прошу, ты меня не уважаешь. Ты не делаешь то, что я прошу, зайка. Да? Ты меня не уважаешь? Уважаешь? Тогда, пожалуйста, сделай то, что я тебе говорю. Настрой тишину, рыба.
Ладно, ну вот. Слышь ты, малявка, ну-ка, брысь отсюда, чтоб я ей не мешал, говорит, чтоб я ей тоже не мешал. В общем, София, подожди, ну, пожалуйста, ну, рыба. Операция? На кого операция? На всех. На всех? Ты всем куклам операцию делаешь? И, в общем, смотрите, секундочку, сейчас лайк поставлю Алексею Волошину. Так подгадил. Но ты не прав, ты не прав, ты реально здорово. Смотрите, ребята, ставите вы свои, не, свои ID ставите, свои ID-шники и свою платформу. Вот, например, вот этот парень, Денис Шестобоев, он написал свой ID и круть. Нет такой платформы круть. Он это понял и дописал Android и так далее. В общем, ребята... Фантом контора Avengers. Смотрите, даже вот Иван Захаров, он сделал очень по-простому. Он сразу отписал свой ID, написал свою платформу и ребята указал уже робота, которого он хочет получить. Это Фантом, одна корона и один Avenger. Лучше, ну, действительно, это вот классно, вот это было бы вообще здорово, разработчикам не надо было бы каждому игроку обращаться. Вот, кстати, да, разработчики, каждый игрок, который оставил, он может нажать здесь редактировать, но уже поздно, наверное, 500, смотрите, 500 комментариев. И было бы классно, если бы вы здесь дописали бы, чтобы каждый человек бы уже написал бы робота и пушку, ну, это просто круто. Жанна Воробьева, о, привет. Ага. Нурик пишет тоже, это Android, короче, все там Android. Ius Tour, смотрите, Керуб пишет, Ius Tour на двух коронах. Удачи всем игрокам, VR. А ID он, видите, как кречет, взял и сфотографировал. Даже вот так, здорово, вообще обалденно. Удачи мне, Android, Николай Басых и так далее. В общем, и тут Android тоже фотографирует, свой ID фотографирует. Не, ну круто. Вот такая вот, ребята, новость. Так что спешите, кто не в курсе, кто еще не зарегистрировался в группе ВКонтакте, кто прозябает на просторах Facebook, пожалуйста, регистрируйтесь в ВКонтакте. Но помните, был такой случай в Warobots, когда игроки были забанены за то, что были сочтены под твинки. То есть игрок, который пришел с Фейсбука, зарегистрировался в ВКонтакте за... день до конкурса, до итогов конкурса за день, да, указал свои там ID, был вычислен в призеры и забанен, почти сочли его твинком. На самом деле это нечестно, потому что игрок, ну, не имел никогда аккаунта, но это может быть и на самом деле твинк. Но все равно так делать было нельзя, я это уже говорил, я это осудил. Так что, ребята, спешите поучаствовать в конкурсе. С вами был Братуха, подписывайтесь на канал, ставьте мне лайки, ставьте мне дизлайки, если что не так, и обязательно оставляйте свои комментарии. Но этой новости, ребят, я лайк поставлю. И очень меня удивляет, почему здесь 338 лайков и комментариев. Вот много, а лайков мало. И еще меня очень удивляет, почему тут надо сделать репост. 331... Почему люди репостят это? Я не знаю. Почему люди репостят? Вот чем? Зачем? Я не понимаю. Тут же не написано. На этот раз платформа, а также быть подписанным на наше сообщество. Платформа и подписанным надо быть с помощью рандомайзера. Но хочу вам сказать, ребята, что на самом деле это и неплохо. Это даже очень хорошо, когда делают репост и больше людей узнает об этой новости. Друг увидел у друга, друг у любовника подруги и любовника жены и так далее. Может увидеть через контакт при новости, прийти, поставить лайк, оставить комментарий, выиграть приз. Ну, думаю, это даже надо поставить как условие, одно из условий, сделать репост данной записи. И просто потом, когда вы нажимаете на Кирилла там Рогова, например, переходите, смотрите, сделал ли он на стенке репост этой записи. Вот он сделал, значит, он получает приз. Но это так, на будущее, ребят. С вами был Братуха, еще раз всем, ребят, пока-пока. Желаю удачи, кто выиграет из моих подписчиков, обязательно отпишитесь. Пока-пока.